Антинаркотическая комиссия при администрации Лангепаса победила в ежегодном окружном конкурсе по профилактике незаконного потребления наркотиков и наркомании. Стоит отметить, город уже несколько лет находится в числе лучших среди муниципалитетов Югры, участвующих в данном состязании. Последние 3 года наш город занимает высокие места в этом конкурсе. Так, в 2020 и 2021 годах город занимал 4-е место. В прошлом, в 2022 году, наш город занял 2-е место в данном конкурсе. А в этом году город Лангепас стал победителем конкурса, заняв 1-е место. Здесь следует отметить, что такой высокий результат и эта победа – это следствие слаженных действий всех субъектов профилактики наркомании, осуществляющих деятельность на территории нашего города, и, собственно говоря, администрации как координатора этой деятельности. Здесь нужно отметить, что этот конкурс – это не просто высокая оценка нашей работы, а также он несет в себе практическую пользу. И эта польза заключается в том, что победитель конкурса получает финансирование из бюджета автономного округа в виде иного межбюджетного трансферта. Между муниципалитетами, вошедшими в число лучших по итогам конкурса, распределят 8 миллионов рублей. В бюджет Лангепаса поступит 1 миллион 400 тысяч. Город получит иной межбюджетный трансферт, который может быть направлен и должен быть направлен на реализацию мероприятий антинаркотической направленности. И мы уверены, что с его помощью мы сможем реализовать важные для нашего города проекты в области реализации государственной антинаркотической политики и, соответственно, улучшить наркоситуацию на территории города. Кроме того, Лангепас планирует первым в Югре внедрить дистанционное информирование граждан, состоящих на профилактическом учете у нарколога. Работа в этом направлении завершается.